Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и поговорим мы сегодня про 10 причин, по которым вы, возможно, захотите купить Galaxy S22. Базовую модель, которая выпускается компанией Samsung в линейке. В нее входит S22, S22 Plus и, конечно же, S22 Ultra. Итак, чем может нас порадовать базовый S22? Первое, на чем хочу остановиться, это эргономика. Это очень компактный аппарат, у которого диагональ экрана 6,1 дюйма. Он небольшой, хорошо ложится в руку. И для тех, кто не любит большие модели, это действительно не малютка. Но по нынешним временам он воспринимается именно так. Очень компактный. Если говорить про второе главное качество, в этом году S22 S22, S22 Plus получили 50-мегапиксельный модуль основной камеры. Это модуль производства Samsung. И в слепом тестировании, которое было у нас на сайте, вы однозначно выбрали эти снимки. Они победили всех. Где-то выходил вперед iPhone 13 Pro, где-то Galaxy S22 Ultra со 108-мегапиксельной камерой. Но в подавляющем большинстве именно снимки с этого аппарата стали вашим выбором. То есть камера получилась на удивление неплохой. Это второй пункт. Если вы хотите флагман с максимальными фотовозможностями, то вам, наверное, сюда, к S22. Я не люблю носить чехлы. Чехлы для этого аппарата есть совершенно разные. Вот у меня вот такой чехол, он очень приятный, модный. Наверное, можно так сказать. Но я не люблю чехлы. И без чехла этот аппарат можно носить. Потому что ничто не выступает, практически модуль камер спрятан в такой нашлепочке. Ну, в общем, третий пункт. Те, кто не любит чехлы так же, как я, могут носить аппарат без чехла. Четвертый пункт про материалы корпуса. Corning Gorilla Glass Victus Plus – это самое прочное стекло на сегодняшний день. И в этом аппарате именно такое стекло. Никакого пластика. Задняя панель из стекла, передняя панель из стекла. Но главное, что на задней панели сатинирование. То есть следы от рук не остаются. Армированный алюминий. Четвертое – это материалы корпуса. Это действительно большой плюс для этого аппарата. Следующий плюс, про который я хотел бы сказать, это, конечно же, возможность наслаждаться очень-очень ярким AMOLED-экраном. Но насколько он яркий? 1350 нит выдает он максимум. Понятно, что это для отдельных областей. Тем не менее, в помещении, на солнце, вы видите картинку ровно так, как она была задумана. И это большой плюс. То есть пятый пункт – это экран. 120 Гц поддерживается, конечно же. Плавная прокрутка. Все это в этом аппарате есть. И, на мой взгляд, экраном можно наслаждаться. Шестой пункт – Nox. Что такое Nox? Это как Fort Knox. Вы получаете в этом аппарате внутри второй смартфон, по сути, куда вы можете спрятать приложения, ваши данные. Никто их не увидит, пока вы их не разблокируете паролем. Вы можете спрятать, что у вас вообще ничего там нет. Одним словом, для тревожных людей, для тех, кому есть что скрывать, а в нашем мире есть скрывать всем. Шестой пункт – это Nox. Седьмой пункт, он, безусловно, крайне важен, потому что сегодня особенно мы покупаем эти аппараты на долгий срок. 4 года поддержки. То есть 4 версии Android, 4 версии One UI выйдут для этого аппарата. Еще плюс 1 год, то есть 5 лет, поддержка обновлений безопасности. Максимальный срок поддержки для тех, кто купит этот аппарат сегодня. Купите там, в следующем году, это будет 3 года поддержки плюс год безопасности. Восьмой пункт, насколько я помню, DeX. DeX – это тоже такой зверек, которого многие не понимают, но фактически он позволяет подключить к вашему телефону мышку, клавиатуру, подключить телефон по Wi-Fi к телевизору, если у вас телевизор Samsung, или проводом к HDMI любого другого телевизора. И, собственно говоря, вот он, ваш компьютер, вам ничего другого не нужно. Вы можете работать в интерфейсе, который похож на Windows, набирать тексты, получать почту, отвечать на почту, быть в браузере и так далее. Телефон при этом коммуницирует с внешним миром либо по Wi-Fi, либо через мобильный интернет, как вам удобно. И это огромный плюс для этого аппарата.
Девятый пункт – это, конечно же, One UI. One UI как оболочка, как то, что делает Samsung, она очень цельная, легкая, воздушная, при этом куча мелких функций, без которых, например, я не могу обходиться в повседневной жизни. Таких функций – это сценарии Bixby, например. Они очень сильно облегчают мне жизнь. И вот таких функций десятки. У других производителей эти функции либо есть сделанные криво, либо их нет вовсе, если мы про Apple говорим. Тут же они есть в полном объеме. Ну и последнее, о чем хотел бы сказать, это достаточно компактный аппарат. Если мы возьмем его и сравним с 22 Plus, с Ultra, он компактен. Но тут главное еще вспомнить о том, что он также самый-самый недорогой из этой линейки. Я не говорю, какие цены будут сейчас, потому что вот эта разница в ценах, она все равно сохранится. И эти аппараты будут дороже. Это начальный уровень для линейки S22. Поэтому многие, возможно, посмотрят на него и скажут: «Вау, я хочу именно S22». Не знаю. Это были 10 пунктов за, 10 пунктов против. Смотрите в отдельном видео. Удачи, хорошего настроения. Пока.